вчера по телеку погоняли. Это просто необычное покрывное кино. Завтра будет какое-нибудь прощение, если не верят. Ты что, в лицо захотел? Изучила твое досье. Зачем? Я дам директора, это моя работа. Как скажете. И к своему удивлению, я обнаружила, что у нас нет твоих выписок из прежней школы. Я им позвонила. Знаешь, что мне сказали? Не лезь в чужие дела. Нет. Что тебя выгнали за хулиганство. У Джейсона Зиммера перелом черепа. Ты мог его убить. Ясно. Я не закончила. А я закончил. А я нет. Сядь. Сядь, я сказала. Знаешь что? Я вижу парня с жутким характером и полным отсутствием самоконтроля. А знаете, что вижу я? Жалкую старуху, которая пытается изобразить из себя ту, кем никогда не станет. Потому что она всего лишь уродливая, старая, вонючая жаба. На вылет. Ты исключен!